настоящий четверг территорию Северного Кавказа ждет мощная волна холодного воздуха. Это активизирует процессы облакообразования и сделает дожди более интенсивными, а температурный фон существенно понизится. Ветер юго-западный 2-9 метров в секунду. В Махачкале облачно с прояснениями, ливневые дожди, грозы. Максимальная температура плюс 29, плюс 31. В Грозном облачно с прояснениями, ливневые дожди, грозы. Максимальная температура плюс 26, плюс 28. В Магасе облачно с прояснениями, ливни, грозы. Максимальная температура плюс 22, плюс 24. Во Владикавказе облачно с прояснениями, дожди с грозами. Максимальная температура плюс 20, плюс 22. В Нальчике облачно с прояснениями, ливневые дожди, грозы. Максимальная температура плюс 19, плюс 21. В Ставрополе облачно с прояснениями, ливневые дожди, грозы. Максимальная температура плюс 19, плюс 21 градус. В Пятигорске облачно с прояснениями, ливневые дожди, грозы. Максимальная температура плюс 20, плюс 22 градуса. В Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями, ливневые дожди, грозы. Местами возможен град. Максимальная температура плюс 19, плюс 24. Местами плюс 14, плюс 19. На курортах Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями. Ливневые дожди, грозы. Максимальная температура плюс 10, плюс 15. В Карачаевске и Уж-Джигуте переменная облачность. Возможны грозы. Максимальная температура плюс 18, плюс 20. В Черкесске облачно с прояснениями. Ливневые дожди, грозы. Ветер юго-западный 6-9 метров в секунду. При грозе порывистый. Максимальная температура плюс 19, плюс 21. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 706 миллиметров ртутного столба. 2 сентября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле возмущенное, возможны слабые магнитные бури.